Открытая трибуна. Как вы относитесь к тому, что Верховная Рада Украины отменила закон Савченко? Положительно. А потому что под этот закон очень много преступников, настоящих преступников, вышли на свободу и повторно преступления совершили. Положительно отношусь, потому что в связи с этим принятием закона большой разгул преступности выпустили. Преступников, которые могли бы досидеть срок, тот, который положен, но они взялись за старое свое. Вот и все. Позитивно отношусь, потому что я считаю, так быть не должно. Заключенные должны сидеть столько, сколько им положено. Я позитивно к этому отношусь и рада, то, что отменили этот закон. Кто совершил преступление, должен отвечать за то, что он совершил. И независимо, посидит он день, или два, или три, или четыре, или год, или пять. Отношусь положительно, потому что по статистике 10 тысяч освободили, а из них больше 2 тысяч совершили тяжелые преступления. То есть я считаю нецелесообразным освобождать тяжелых преступников просто так. Пускай сидят свои положенные срока. Отрицательно отношусь, потому что надо наладить быт этих заключенных, наладить им питание, лечение, а потом уже отменять этот закон. А пока это неправильно все. Ну, видите, я считаю, что это правильно сделали, что его отменили, потому что выходят на волю убийцы, насильники, и творится опять непонятно что. Они опять приступают к закону. Открытая трибуна.